Хочу пообщаться с ним в бою и спросить о самочувствии. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Москве. В рамках мероприятия боец ответил на самые актуальные вопросы журналистов. Он рассказал о предстоящем поединке с Джастином Гэтджи, подготовке к октябрьскому турниру в Абу-Даби и дальнейших карьерных планах. Мы знаем, что он делает хорошо. У него очень хороший лоу-кик в переднюю ногу, хороший апперкот задней руки, левой боковой передней руки, так скажем. Очень хорошо защищается от борьбы, потому что человек боролся, умеет бороться, знает, что такое борьба, не понаслышке. Также мы знаем его слабые стороны. Мы знаем, что он устает. И я очень хочу, чтобы я ему проходил ноги и чтобы он защищался. Почему? Потому что каждый раз, когда он будет защищаться, я буду забирать его часть его энергии, часть его выносливости. И, так скажем, хочу смотреть ему в глаза и общаться с ним и говорить, как ты себя чувствуешь после первого раунда и после второго раунда. Кроме того, боец признался, что по-прежнему переживает из-за смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который был для него не только тренером, но и близким другом. Я переживаю и сосредоточиться к бою, если я буду сейчас говорить, сидеть здесь с каменным лицом, говорить, что мне ничего не мешает, это, конечно, будет неправдой. Это, конечно, мне мешает, я думаю о нем. Не знаю, посмотрим, может, это вот эти чувства меня выведут на другой уровень, и я стану еще сильнее. Любые испытания, они вас могут или сломать, или сделать сильнее. А это мы посмотрим со временем, увидим, что вообще получится из этого.